на слово, поверь. Я бы что, ты не успел сказать. Лакрица. Что такое лакрица? По-моему, не пук. Папа! Они собой плюнули! Тебя для этого собачий корм был? Да? Все, блядь, это плохо. Выплюни! Фу, какая гавань! Всем привет! Вы на канале Мисалис. И сегодня мы будем пробовать вонючие, невкусные конфеты Бед Бузов! Кто их не видел, посмотрите, как они выглядят. Ура! До нас тоже дошел челлендж Бед Бузов. Сегодня будем пробовать, что же это такое, с чем его едят. И едят ли его вообще? Да. У нас 4-я серия, то есть здесь еще добавились новые вкусы. А по какому плану будем, значит, пробовать? По очереди. Кто первый? Ну, естественно, ты. Окей. Достаем конфетку. Какой цвет будет, то есть берем еще дополнительных две конфетки, чтобы попробовали все втроем одновременно. Вот, у кого будет вкусное, тот получает балл, у кого невкусное, тот балл не получает. Ну, естественно, победит тот, у кого будет больше вкусных. Я ничего не понял, короче, мы берем одинаковые цвета. Да? Одинаковые цвета, да, то есть одинаковые вкусы. А там где-то в этом цвете может хорошее быть? Да, да, совершенно верно. Понятно. По мне так не очень хорошо. Так, Алиса достает закрытыми глазами. И мы будем смотреть, какую же конфетку пробовать. Ты не смотришь? А, белая? Нет. Нет, не белая. Такая желтоватая конфетка. Это новая? Это нет, это старый вкус. Либо тухлое яйцо, либо попкорн. Подожди, не пробуй. Мы достаем с папой такие же конфетки. Я вообще думаю, надо это дело пересыпать. Мы пересыпали конфетки, и теперь находим с папой такие же желтенькие. Вот, папа, держите. А, или давай ты сам выберешь. Вот такую тебе надо выбрать. Смотри, их там много. Вот такая? Да, да. Давай, ешь. Сверяемся. Фу, тухлое яйцо, я не хочу. Говорят, что после всех этих конфет потом еще и во рту воняет тем, что ты съел. Да что, три, раз, два. А это разгрызать надо? Да. Раз, два, три. А что там должно быть? Тухлое яйцо или попкорн? Ну, это точно не попкорн. Вы, папа, ты не хочешь выплюнуть? Нет? Можно понюхать? Фу! А у Алисы попкорн? Понюхай у папы. Я не уверена, что хочу это пробовать. Ладно. Да, мне, походу, определенно тухлое яйцо было. А у тебя что? Что? Попкорн? Как ты это съел? Ротом. Это же гадость. Мне не понравилось тухлое яйцо. До сих пор во рту этот отвратительный вкус. Да? Я опять первый же. Нет, теперь папа. Ну тебя, Лиза, с твоими тухлыми яйцами. Давай, папа, с закрытыми глазами выбирай. Я не вижу, где там что-то. Потом мама, потом я. Зеленая. О, зеленая это либо... Улетел? Зеленая это, в принципе, она должна быть вкусная, что так, что так. Это либо скошенная трава, либо лайм. Раз, два, три. У меня лайм. 100% лайм. Нет, это... Походу трава. Да, сахарка. Да, у тебя трава. Трава. У тебя пахнет травой. Да салфетку дай, что ты там дышишь. У тебя лайм. Невкусная трава? А траву я не хочу. Травой. И у тебя также пахнет. А у меня лайм. Вкусно. Так, давайте определимся со счетом. Два тухлых яйца, один попкорн. Это значит, что Алиса один балл, у меня лайм, второй балл.
То есть получается 1-1-0. Папа пока проигрывает. Кто? Мама теперь первая. Хозяин по жизни. Тяни. Ребят, там есть вкус, который я вот реально не хочу пробовать. Это там, где блевотина. О, у меня вот такая вот беленькая с краплениями. Вот они. Вот такая вот. И что это должно быть? Это либо вонючие носки, либо тутти-фрутти. Раз, два, три. А тутти-фрутти. А у тебя? Я, конечно, не знаю, но по-моему... Нет, папе! Это честно вкусно. Выпрыгни! По-моему, у меня тоже невкусно. Блин, я еще не разгрызла. Не хочет плеваться. Не плюется. Конфетка, говорит, ешь. Грызи уже давай. Все. Да? А у тебя вкусно? У меня тутти-фрутти. У меня тутти-фрутти! Это я? Дай понюхать. Это тутти-фрутти. Кто ты? Ну, Алиса, носки. Теперь Алиса тянет. Это черных всего две, кстати. Три. Где? А, да? Вот это. Она открывает. А ты? Ты вытащила такую же. Ладно. Блин, здорово. Алиса, носки реально пахнут носками. Зеленые уже пробовали, давай. Так откладывай в сторонку, там по одной штуке осталось, по идее. О, это не пробовали. Белая. Просто белая. Ребята, это конфетка просто белая. Это либо прокисшее молоко, либо кокос. Ничего. Вот я себе взял. Давай мне. Есть там еще белая? Да. Да. Давай. Кто его знает. Да. Мне кажется, они все одинаково пахнут. Да, они все как-то не вкусные. Раз. Подождите, я тут тутти-фрутти не съел. Быстрее давай. Раз. Ну давайте, пробуйте, пробуйте. Нет, одновременно. Раз, два. Алиса уже пробует. У меня молоко. Ну дай мне салфетку. А у Алисы тоже, да? По-моему, да. Дай салфетку. Она вдруг тебе нравится. По-моему, кокосик, потому что я кокос пробовала. Не так, очень. А что же у меня? Я съем. Да ты чуть-чуть надгрызи, зачем ты прям посередине? И ты сразу поймешь по вкусу. Что? Это молоко! Не хочу это нюхать! У тебя там уже все. Фу! У тебя уже помойная яма там просто. Я молочко вкусненькое. У Алисы молоко? Носки вонючие, еще что там было? Ну, трава? Да. Трава у меня была. И у меня. Да. Только у меня лайм был. Фак, молоко уже, дайте для попить. Было? Не было. Такое еще не было. Вот такое. Это... А нет, что это? Нет, у тебя лист другое, но ты взяла. Вот, вот это вот, нет, вот это. А, вот это было? Было. Стоп, стоп, папа, покажи. Было. Ну, вот. Это попкорн или ну, это, да, яйцо? Ну да, убирай сразу. Вот, давай, короче, вот зеленые эти тоже вот будут. Да, ладно, давайте уже не будем с закрытыми глазами вынимать, а то мы, правда, тут пока сейчас куда я их тебе выну. Вот, смотри, что у нас коричневое. Давайте коричневое. Да, я хотела коричневое. Берем по коричневой. Так. Я хотела коричневое. Папа, Алиса, мама. И коричневое это у нас либо... собачий корм, либо шоколадный пудинг. Готовы? Раз, два, три. Боже, какая гадость! Неужели собаки это едят? Папа? Ну это явно не шоколадный пудинг. Это отвратительно. У тебя тоже, да, собачий корм? Да, у меня шоколадный пудинг. Че, серьезно? Как тебе повезло, слушай. Какая гадость! Но... Я еще гаже собачьего корма ничего не ел. Молоко фигня по сравнению с ним. Так. О. Дыши прямо, дочь.
а потом... Не, слушайте, хуже собачьи... Блин, мне надо... Я хочу сказать, что собачий... Фу, собачий пудинг. Собачий пудинг. Шоколадный пудинг тоже так себе. Я аж даже не знаю. Пойди налей еще воды, я не могу, мне собачий корм во рту, пожалуйста. Про... Давай, что у нас там? Господи, какая гадость. Вот это. Нет, нет, давай блевотину наконец, пожалуйста. Я после нее явно пойду зубы чистить. Ладно. Тогда... Какой отвратный собачий корм. Черный, всего две. А что это? Это пук. Я хочу пук. Да либо... Нет. Папа, налей воды оставь, пожалуйста. Я пас. Это либо... Ребят, я больше не хочу. Не вариант, надо добить до конца. Давай, мы, как бы у нас все там закончилось. Нет. Кушай пук. Куда, она что, все взяли? Куда ты оба пука, один. Алиса? Не дыши на меня. Я тебе на слово поверю. Либо что, ты не успел сказать. Лакрица. А что такое лакрица? По-моему, не пук. Папа! Пук! Они заплюли! Я для этого собачий корм был? Да. Все, блядь, это плохо. Выплюни! Фу, какая гадость! Слышь, не спеши там возвращаться. Господи. А, это вот просто там перемешка у меня после собачьего корма-то. Алиса, уйди! Иди зубы чисть! Я тебя прошу! Я не могу этим дышать! Я его прополоскаю. Хорошо прополоскаться. Возьми там. Мне пахнет теперь так. О, блин. У нас вот эти мы не пробовали. Давайте по одной берем. Это либо груша, сладкая груша, сочная, либо сопли. Раз, два, три. Это явно не груша. Встань. Мне кажется, это самый вонючий, ну, я не знаю, что это экстремальный челлендж во всех конфетах в мире. Фу, у меня сопли. И у меня, мам. Да выплюни ты эту гадость. Я все съела почти. Алиса, ты же воняешь на километр. Фу. Блин, это отвратительно. У нас конец или нет? Так, что у нас еще осталось? У нас осталось раз вкус, два вкус. Ты что, издеваешься? Мы столько съели их. Ребята, вот. Эти мы точно не пробовали. Я хочу. Вот такие розовые. Это... Мы, кстати, отодрали, что это может быть. Сейчас. Surprise, motherfucker. Так, это либо, короче, банановый коктейль, смузи, либо тухлая рыба. Тухлая рыба. Ем. Раз. Алиса, я тебя умоляю, потом плюй сразу, не воняй. Если невкусная. Дай салфетку сразу. Если невкусная, буду плевать. Ок. Мне кажется, они все невкусными, кроме лайма, ничего вкусного не попало. Гадость! Все, я ем. Я сейчас. Мама, мне очень вкусно. Мама, мне вряд ли было смузи. Потому что банан там вообще не чувствовал. Так, мы потеряли папу. Он все время теряется. Я тоже. Ну что, я самый слабый, не смогу попробовать, что ли? Так.
Давайте голосуем все за маму и за банановый смузи. Ты папа с зубной щеткой появился. Это не банановый смузи. Папа решил заесть эти конфеты этим Toxic Waste. Он говорит, что может Toxic Waste убьет все это во рту. У нас остался последний вкус. Вот этот? Да. Ну что, раз, два. Да подожди ты насчет раз, два, три, Алиса. Короче, салфетку дали. Короче, ой, подожди, салфетки закончились. Это же блеботина. Короче говоря, мы уже все сходили в ванную. По очереди. Но решили, что мы не самые слабые из всех ютуберов, потому что, ну, все попробовали эти конфеты. Нам уже просто блок. Ладно. Так, это либо сочный персик, либо блеботина. Папа, давайте. Соберись. Раз. Давай. Три. Да? Это оно? Фу. А у тебя? Я еще не пробовала. Я не могу с ваших лиц. Тут не было вкусных. Ну что это такое вообще? Ну, может быть, у меня сочный персик. Да не надо, подожди. Я еще не попробовала. Я ухожу. Мне кажется, после такого разводится. Першик. Кусай. Не могу. Кусай. Мама. Подсказывай, что это не першик. Нет, это не персик. Какая гордость. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если не подпишетесь, то вы не сможете попробовать конфеты Бен Бузл. Ведь вам не хватит сил. Ты видела папино лицо?